Привет, меня зовут Никита, и я хочу построить отличную базу для ролевых игр прямо рядом с Москвой. Обычно сложно найти подходящую турбазу, где можно разместить достаточно реквизита и вдалеке от посторонних лиц. Обычно, когда владельцы турбазы узнают, что вы хотите воспользоваться подземными помещениями, они отказывают вам, так как подземные помещения зачастую не предназначены для посещения посторонними людьми. Наше подземелье – это именно то, что нужно для ролевых игр. Это более 400 квадратных метров и целых 2 этажа, где можно менять декорации. Кроме того, следует отметить перспективу для нашего проекта. Это возведение средневекового замка над нашим подземельем, который будет также использован как полигон для ролевых игр. А теперь давайте перейдем от слов к делу. Я хочу вам показать место для нашей базы, а также рассказать о перспективах нашего проекта. Мы уже купили землю в 2 километрах от Москвы, и теперь мы собираемся поставить здесь наше подземелье 20 на 10 метров. Здесь 10 метров. Вот так 20 метров. Кроме того, есть перспектива покупки 2 дополнительных участков, на которые можно будет разместить парковку и дополнительные постройки.